Уровень коррупции в России измеряется не только данными статистики, но и социологическими опросами. Картина, даваемая последними, неутешительная. Оценку дает население, и эта оценка далеко не в пользу органов власти и правоохранительных органов. Наиболее коррупциогенными сферами остаются управление государственными и муниципальным имуществом, размещение государственных и муниципальных заказов и землепользование. К сожалению, остается высоким уровень коррупции среди сотрудников правоохранительных органов. На таком фоне у граждан формируется стереотип о бесполезности обращений в правоохранительные органы по фактам коррупционных проявлений. Результаты борьбы с коррупцией не соответствуют ее фактическим масштабам. С 2010 года в Уральском федеральном округе действует так называемый антикоррупционный эксперимент. Управление Генеральной прокуратуры в Уральском округе получило дополнительные полномочия по координированию деятельности силовых структур в деле пресечения коррупционных преступлений. В конце осени итоги очередного этапа эксперимента подведены на совещании под председательством заместителя Генерального прокурора России Юрия Пономарева. В ходе эксперимента, сыгравшего свою положительную роль, удалось выстроить достаточно четкую систему взаимодействия правоохранительных органов, оперативно выявлять негативные тенденции, их природу, принимать необходимые меры к исправлению ситуации. Это серьезно повлияло на имеющиеся результаты. Возросло число выявленных в Федеральном округе коррупционных преступлений, фактов получения взяток. Суды в этом году направлены уголовные дела о 4418 коррупционных преступлениях. И если до начала эксперимента в 2009 году на Урале было зафиксировано 600 фактов получения взяток, то только за 10 месяцев текущего года их выявлено в полтора раза больше – 914. Осуждены по коррупционным делам 49 должностных лиц, включая чиновников высокого ранга, двое заместителей губернатора, 9 глав муниципальных образований, 6 депутатов различного уровня. Под судом оказались несколько руководителей территориальных подразделений федеральных органов власти. В марте текущего года на аналогичном совещании перед нами была поставлена задача сконцентрировать усилия по обеспечению законности в наиболее коррупциогенных сферах, в первую очередь тех, где осваиваются миллиардные бюджетные средства. Оценивая итоги проделанной работы, можно сказать, что нам удалось добиться определенных результатов, в том числе положительных. Пресечено почти 7 тысяч преступлений коррупционной направленности, из них почти 1000 фактов получения взяток. В суды направлено 630 уголовных дел коррупционной направленности, вынесен 531 приговор в отношении 589 коррупционеров. Практически во всех субъектах округа имеются резонансные уголовные дела, получившие широкую общественную огласку о преступлениях, совершенных высокопоставленными должностными лицами. Эти уголовные дела контролируются здесь в Управлении Генеральной прокуратуры в рамках специального реестра. В настоящий момент в данном реестре 119 дел. Если в поле зрения силовиков попадает чиновник высокого уровня, то эти дела, как правило, имеют большой резонанс. Не только в своем субъекте, но и по всей стране. Так, на основании материалов окружного главка Свердловского областного следственного комитета было возбуждено уголовное дело в отношении бывших должностных лиц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и Уральского юридического института МВД России, которые незаконно продали буквально за копейки 11 стратегических объектов Министерства обороны Российской Федерации. В Челябинской области известный пример последний. В результате совместной работы и прокуратуры, и органов ФСБ был арестован министр здравоохранения Тесленко и советник губернатора Саракун. В Курганской области осужден заместитель губернатора Шевелев. Министр здравоохранения Челябинской области Виталий Тесленко был задержан сотрудниками ФСБ вместе с главврачом одного из южноуральских санаториев Саракуном. Их подозревают в организации и проведении схемы, известной под названием «Откат». Платеж идет из бюджета по завышенной цене, после чего часть разницы оседает в кармане чиновника. На оперативной съемке мы видим задержание подельников с поличным. Третий соучастник, главврач одной из областных больниц Шуховцев, принес очередной транш обналиченного «Отката». А вот еще одно задержание с поличным, снятое в Екатеринбурге. Сотрудники Управления экономической безопасности Главного управления МВД по Свердловской области задерживают лесника Алексея Пашкина. За 160 тысяч рублей он согласился закрыть глаза на то, что на его территории будут вырубать деревья и разрабатывать незаконный карьер.
И снова Екатеринбург. В железнодорожном суде слушается дело капитана полиции 1977 года рождения, систематически требовавшего и получавшего взятки от гражданки Вьетнама Чионг. Взамен на наличные полицейский обещал не помещать вьетнамку в спецприемник, из которого ее, по словам полицейского, должны были выдворить за пределы России. Общая сумма незаконно полученного за 4 раза 30 тысяч рублей. Однако выполнить свою угрозу в случае неуплаты обвиняемый не смог бы. Полномочий на помещение Чионг в спецприемник у него просто не было. Поэтому судят его не за взятку, а за мошенничество. В настоящее время данное уголовное дело рассматривается железнодорожным районным судом. Допрошен подсудимый, который вину не признал. Потерпевшая, которая уверенно настаивает на своих первоначальных показаниях, поддерживает их. Допрошены свидетели, исследованы письма, материалы дела. В настоящее время производится допрос свидетелей стороны защиты. Если вина будет доказана, обвиняемому в мошенничестве грозит до 9 лет лишения свободы. Следует отметить, что в настоящее время взятки как таковые уходят из жизни, и высокопоставленные чиновники деньги в руки лично не берут. Я думаю, все с этим согласятся. В связи с чем на первый план выходит организация оперативно-розыскной деятельности по противодействию должностным злоупотреблениям и превышениям полномочий, совершаемых в интересах так называемых аффилированных фирм и приближенных лиц. Выявлять и документировать эти связи – задача оперативных служб. Между тем, если борьба с так называемой низовой коррупцией идет достаточно успешно, то крупные дела остаются редкостью. Такие сферы, как распределение госсобственности и средств бюджета, до сих пор остаются практически полностью скрытыми. Действительно, эксперимент замышлялся для чего-то большего, чем просто поймать взяточников. Разоблачить крупных коррупционеров помогают данные Росфинмониторинга, но они по-прежнему остаются недооцененными. В практике прокурорской работы встречаются случаи, похожие скорее на анекдот. Данные, которые могут свидетельствовать о коррупционном движении средств на банковских счетах, спускаются вниз по инстанции, до тех пор, пока не оказываются в письменном столе простого участкового, который про них благополучно забывает. Заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев призвал силовиков внимательнее относиться к сведениям, поставляемым финансовой разведкой. Округ Уральский в целом, по сравнению с другими округами, выглядит значительно, ну скажем так, свежо и неплохо. По статистическим показателям мы впереди, и Северо-Кавказского округа впереди, Северо-Западного. По-моему, больше всего преступлений выявлено в Центральном округе, но там Центральный округ и есть центральный. Большое количество субъектов, большое количество лиц проживающих. Все прекрасно понимаете, что коррупция – это суперлатентные преступления, скрытые, и без серьезных оперативных мероприятий, разработок очень сложно что-то найти. Внимательные коллеги, подходите ко всем материалам, особенно к материалам оперативных производств, оперативных разработок.